poco de нервы. Скажи, Ракель, чтобы нашла у себя подходящую одежду на похороны. Также нужно купить туфли. Спасибо. У вас есть семья? Только мы и наш папа. Но мы ничего не сказали ему, потому что... Просто я была уверена, что это ошибка. Хоть бы так и было. Устраивайтесь. Скоро увидимся. Не может быть. Что он умер? Не может быть. Я не хочу, не хочу. Мне так жаль, сестренка. Так мне очень жаль. Я не понимаю, почему Алехандр солгал тебе. И похоже, это все правда. Нет, нет. Что будем делать? Не знаю. Ты можешь сходить за врачом? В город? А на какие деньги? У него же их нет. Его часы. Часы, чтобы нас обвинили в воровстве. А если он умрет? Ну вот. Надо было оставить его там. И все, по твоей вине, Мэнсон. Но я искал собаку. Иди ищи ее, а я пока останусь здесь, в случае, если он проснется. Поспеши, нам нужно идти на шоссе, продавать посуду.